важно получить решение, которое представляет действительно политическое мнение КС. В этом голосовании должны принять участие, мне кажется, все члены Координационного совета. Действительно, есть сложность, связанная с тем, что наш коллега Сергей Удальцов, который тоже выдвинулся, не может принять участие в заседании. У него есть юридические сложности, даже связанные с выдвижением, не просто с регистрацией. Поэтому я бы предложил поддержать все-таки пункт того, чтобы перенести заседание на «Демократии-2». До этого времени дать мне возможность связаться с Сергеем, хотя коммуникации с ним осложнены. И я думаю, что, может быть, завтра-послезавтра, вот то, о чем говорил Владимир, этот вопрос будет естественным образом снят. Мне кажется, это было бы правильно и отразило бы действительно шире нашу такую политическую волю и не оставило бы каким-то, может быть, недоброжелателям возможности говорить о том, что мне раскололись, два кандидата выдвигают или не выдвигают никого. Это все-таки важнейший политический момент, поэтому такое мое предложение. Спасибо.